Всем привет, с вами Марат и Fusion Technologies. Жиши пиши с буквой И. Машу одевает, Маша надевает, а не наоборот. Правильно? Как вы уже, многие из вас догадались, 6 числа в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, день русской словесности. Мы уже вот во Fusion несколько дней пытаемся говорить правильно. Сегодня мы будем металлизировать один из символов русской поэзии, вот такое перо. Так, ну вот, друзья, что мы только не металлизировали, добрались до перьев. То есть вот с помощью наших наборов и нашей технологии можно заметаллизировать даже вот такие хрупкие элементы, как перья. Всем пока, до новых встреч. Напишите, что еще можно заметаллизировать, на ваш взгляд.